Здравствуйте, я Анна, эксперт М-видео. Представляю вам холодильник изысканного фиолетового цвета из серии «Кристалл» от Bosch. Стильный вид и расширенный набор функций – это обещает производитель. Давайте начнем с первого. Покрытие из цветного стекла привлекает внимание, по-моему, в первую очередь. В сочетании с металлической основой дверцы получается и надежно, и красиво. Этот цвет самый яркий из серии. И тем, кто не готов решиться на фиолетовый, Bosch предлагает черный, кварц, серебристый или белый цвет у такой же модели. На дисплее можно регулировать температуру в холодильнике и морозилке и управлять режимами. Кроме привычной функции защиты от детей, можно отключать еще и звук извещений, например. Ну а что же у нас внутри? Давайте заглянем. Сразу привлекают внимание две зоны сохранения свежести. Сухая, с температурой около 0 градусов, и гидрофреш с изменяемой влажностью. Регулятор позволяет сделать воздух в контейнере более насыщенным влагой. Благодаря этому фрукты и овощи смогут храниться в два раза дольше. Что у нас с морозилкой? А в морозильной камере имеется режим суперзамораживания. Если домой прибыл дачный урожай, можно сразу заморозить его. Так сохранятся витамины и привлекательный вид ягод. На заметку, суперзаморозку лучше включать заранее, за 4-6 часов до загрузки продуктов. А для максимальной производительности, ну, если урожай ожидается, ну, очень большой, лучше за 24 часа. Но как долго и сильно вы бы не морозили, льда на стенках не появится. Разморозка здесь идет в режиме No Frost, то есть, конечно, самостоятельно. Приятно, когда производитель заботится не только о качестве заморозки и разморозки, но и о длительности хранения. Bosch как раз такой. Чтобы продукты как можно дольше не портились, в этой модели есть очистка воздуха угольным фильтром с антибактериальным слоем. Ну а для тех, кто заботится об экономии ресурсов, есть приятная новость. Модель может работать в режиме эко. Включаете, и холодильник переходит на работу в режиме экономии электроэнергии. Подведем итог. Перед нами многофункциональный помощник цвета аметист, способный и заморозить урожай, и не дать пропасть витаминам. Ну и, конечно, украсить кухню. На этом я с вами прощаюсь. И вместе с М-видео желаю вам приятных покупок. М-видео. Нам не все равно.